самого такой период был в жизни просто, когда некого, не на кого было полагаться, типа, ну, типа ищешь какие-то опоры, ну и вот сейчас хочется сделать такое, чтобы не просто было каким-то, знаешь, там, музыкальным произведением, но еще чем-то большим, на что-то мог бы там положиться, хотя бы в психологических аспектах своей там, типа, жизни. Отдельная история, как бы. Это все делается в сочетании уже с готовым узлом, то есть только потом уже, грубо говоря, выстраивается какая-то эмоциональная часть, ну, даже, наверное, для меня чисто эмоциональная, то есть с которой я лично соглашаюсь или не соглашаюсь. Да, в принципе, особо ничего не поменялось. Макс приносит какой-то риф. Раньше мы, типа, есть небольшой костяк, от которого потом все немножко разрастается просто в разные стороны. Раньше было более абстрактно. Ну да. Сейчас все более структурировано, более прикольно. Ну, конечно, сейчас ставка делается на вокал. Композиция складывается, грубо говоря, из по старым канонам. Ну и вокально это все более как-то дополняется, что ли. Как-то упростить и сделать, что ли, как-то более дочерно, кочево, короче. Вот. То есть сделать то, что не было на том альбоме, грубо говоря. Да, у нас тогда мы как бы не думали о том, там, сколько у нас времени может уйти на это. Ну, то есть мы просто заморачивались по полной, то есть насколько у нас хватало мысли. А тут, ну, сейчас мы уже как бы по-другому и смотрим на вещи, и мы понимаем то, что не хочется тратить там кучу времени на трек, там, типа, мы могли год делать трек вообще. Грубо говоря, то, что было тогда, это был поиск себя. Ага. А сейчас уже как бы мы, ну, мы нашли то, что нам нужно, и мы развиваемся именно вот в этом направлении, в одном.
Я недавно переслушал, короче, вот этот альбом, который мы записали, и я, если честно, охуел. Ну, то есть, если бы мне сказали, что, типа, это я играю, да, ну, я бы офигел. Я бы из старого забрал два трека. Это F42 и Sleep Paralyzed. А, мы сейчас сделаем кавер на него. Правильно? Да, точно. Только с вокалом. Самокавер. Да. Не, первые концерты — это ужасно, конечно. Сейчас вспомнишь. Ну ладно, я даже прыгал иногда. Со сцены или на месте? Так. Сейчас искусственно стрессовую ситуацию сами создаем в своей музыке. То есть мы делаем такой трек, который, грубо говоря, будет на концерте вышибать какую-то негативную энергию, чтобы они ее проживали как бы на концерте. По сути, этот стресс, который мы там в жизни проживаем, не проживаем, короче, мы его вкладываем в какую-то конструкцию музыкальную, которая на живом шоу будет иметь эффект как бы высвобождения энергии какой-то. Туда смотрите? Да, да. Смотрите все туда. Я хочу уйти. Эй, не прячь снимки. Пока. Интересно, что ты.